Да ну я и так спортом занимаюсь, нормально. Просто пройдусь. Я каждый день за рулем. Скажите, а вот если бы вы отказались, как бы это повлияло на вашу жизнь? Ну, в лучшую сторону. Отдохнула бы. Ну, сложно, потому что я на машине, она мне во всем помогает. Я и работаю на ней, и передвигаюсь до учебы, до дома, по делам. То есть без машины сложно в наше время. Нет, не готов. Это средство моего заработка. Можно отказаться. А как бы это повлияло на вашу жизнь? Ну, ездил бы на автобусе, на общественном транспорте. Не было пробок, так бы каждый и все. На один день, да, готово. А как бы это повлияло на вашу жизнь? Ну, не знаю, как повлияло. Больше двигалась, наверное, на свежем воздухе ходила бы пешком. Я и так по минимуму им пользуюсь. Люблю гулять пешком и кататься на велосипеде. Максимально это время увеличилось бы мое. А так сокращается время, получается. В том плане, что я много чего на автомобиле ездил, делал какие-то дела. Вот мой ответ вам.